Более 7500 человек в нынешнем году вышли на старте российской массовой гонки «Лыжня России» в Омской области. Одновременно старт был дан в областном центре и 15 муниципальных районах. Эпицентром лыжных соревнований в городе стал стадион Омского государственного аграрного университета. Здесь собралось более 3000 активных омичей разных возрастов. Я считаю, для пропаганды вот этого вида спорта, для которого абсолютно ничего не надо, никаких ни особых навыков, ни просто желание и получить хорошее настроение, встряхнуть себя после трудовой недели. Все у нас для этого есть. Прекрасный стадион, прекрасная погода. Ну и, конечно же, это немаловажно, это то, что общение. Первыми на лыжню вышли участники ВИП-забега. Спортсменам, политикам, бизнесменам региона предстояло преодолеть символичные 2 километра 18 метров по живописной трассе. Трасса сегодня просто замечательная. Лыжня хорошая, погода солнечная, народу много, настроение праздничное. Все замечательно. Далее стартовали мальчики и девочки на дистанции 2 километра, юноши и девушки на 5. С друзьями или родителями, быстрее или медленнее, но одинаково бодро и весело. Лыжня зарядила хорошим настроением всех без исключения. Я приехал сюда получить эмоции, свободы, хотел посоревноваться, испытать свои силы. Все нравится, пусть все приобщаются к спорту, и маленькие, и большие. Мы за папу болеем, у нас папа бежит на 10 километров. Во-первых, любуюсь всем, что здесь происходит, начиная от самых маленьких, которые будут будущими спортсменами. Вот, на них очень приятно смотреть, потому что радуются они, радуются их родители и все, конечно, зрители. Андрей, расскажи, что ты сегодня здесь делаешь? Я тут катаюсь на лыжах. Тебе нравится? Да. А почему? Ну, потому что это Россия сама. Итак, Донбасс! Главная интрига лыжни России – традиционные имена победителей в гонке на 10 километров. У мужчин второй год подряд на этой дистанции первенствовал Ришат Мутагаров. С ребятами по дистанции менялись всю дорогу, потому что вести тяжело и как бы... Предпринял рывок, и он удался, я как бы оторвался. А по лыжне скажу, что действительно большое спасибо организаторам. В Омске сейчас это, наверное, лучшая лыжня. На дистанции 10 километров у женщин лучшей стала Надежда Степашкина. Она на 2 секунды опередила неоднократную победительницу гонки Оксану Усатову. Какие-то особенные соревнования, немного отличаются от других, но настроение всегда хорошее, и настрой всегда на гонку есть. Награды «Лыжни России 2018» нашли своих обладателей. А лучшим подарком для всех без исключения участников стало отличное настроение и заряд бодрости.